Всем привет, с вами команда фильма «Никогда не поздно». Я его режиссер Сабит Булат и продюсер Азат Джуни, привет. Привет. Давно не выходили к вам на связь, давно не обновлялись в группе. Хотим сказать то, что у нас как раз был монтаж, Булат занимался монтажом. У нас были сроки недели монтажа, недели озвучки. Потом мы готовили премьеру. Даже не хочется сейчас подводить разговор к тому, что мы сейчас вам хотим сказать. Да, потому что была проделана огромная работа. И, к сожалению, по непонятным нам причинам. Дело в том, что на процессе монтажа полетел хард. И половина фильма осталась на нем. Копии у нас не было. Как мы не рассчитывали на то, что у нас полетит хард. Да-да, есть люди, которые делают бэкапы, и те, которые еще не делают бэкапы. Вот мы к второму типу относимся. И, в общем, у нас полфильма отлетело, причем основная часть. И переснимать этот момент, все, что потеряно, надеюсь, не до конца потеряно, у нас, во-первых, нет возможности, нету актеров. Нету машины, которую уже раз 10, наверное, перепродали. Да, машина раритет. Она, наверное, по рукам ходит, давно. Да. Вот. У нас нет на это возможности. Но есть большая вероятность. Наверное, надеюсь, большая, да? В общем, мы прошлись по всему городу, по всяким крутым мастерским, нашли самых крутых людей. Но, в общем, все они нам сказали, пришли к выводу, то, что ну, отправили к другим людям, другой компании, которая занимается профессиональным восстановлением жестких дисков. И они нам сказали то, что там есть достаточно какие-то нормальные проблемы у жесткого диска, но восстановить, в принципе, есть шансы. 1020 это стоит где-то? У нас как бы фильм был без бюджета, спонсоров у нас не было, и пока что мы, ну, не знаем, что делать, грубо говоря, у нас... Ищем деньги. Ищем деньги, да. Ищем знакомых, которые могут нам помочь как-то советом. Не знаю, может, знают людей, которые 100% могут нам достать это, и не за деньги, может, бартером. Он нам, мы ему что-нибудь, да? Да, возможно, мы сейчас записываем это видео как раз-таки, чтобы показать массам, чтобы люди нас увидели, услышали, может быть, у кого-то есть какие-то связи, может быть, кому-то нужна профессиональная видеосъемка, профессиональная фотосъемка, профессиональное продвижение сайтов, продвижение в социальных сетях. Мы можем предоставить много услуг, которые, ну, да, ну, бартером, может быть, у нас что-то получится. В общем, если вы знаете, чем нам помочь, также у нас советом, много... пожалуйста, пишите в комментариях, пишите мне, Азату, в личку. Да? Да, мы ждем поддержки, наверное, советов каких-то. Мы не унываем, мы стараемся, ну, мы не отпускаем руки, и мы доведем дело до конца все-таки. Все, спасибо за внимание. Пока.